Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня поручил ГУВД усилить меры безопасности в городе. По его информации, в ближайшее время в столице могут вновь быть предприняты попытки устроить провокации. В среду правоохранительным органам удалось пресечь беспорядки. Всего милиционеры изъяли более 400 различных предметов, которые можно было использовать для нанесения увечий. Среди них 2,5 десятка травматических пистолетов. О том, как все это в один день оказалось в руках у большого числа людей, какую роль в этом сыграл интернет и как такого не допустить в будущем. В репортаже Олега Тонконога. На улицах Москвы усиленный контроль. После массовых беспорядков, в которых участвовали тысячи людей, подозрительных лиц, как выражаются милиционеры, стали останавливать гораздо чаще. Проверяют документы и содержимое сумок. Повысить меры безопасности в столице сегодня потребовал мэр Сергей Собянин. Прошу Главное управление внутренних дел принять все необходимые меры по безопасности, усиление патрулирования города. Попрошу провести дополнительную работу с диаспорами и спортивными клубами для того, чтобы они не были вовлечены в различного рода провокации. Националистические лозунги в эти дни звучат в основном в интернете, который многих привлекает своей анонимностью и возможностью громко и безнаказанно выступить с любым призывом. Социальные сети превратились в трибуну для умелых провокаторов. Именно они, как считают милиционеры, вывели на улицы сотни людей и 11 и 15 декабря. Вот кадры оперативной съемки. Здесь все, чем можно бить, колоть или стрелять. И этим была вооружена молодежь. Как выяснилось, в основном несовершеннолетние. Только за один день, 15 декабря, милиция изъяла больше 400 единиц оружия, в том числе 26 травматических пистолетов. Все они были зарегистрированы за пределами московского региона. Причем изымали их как у русских, так и у выходцев с Кавказа. Очень большое количество отвертки брали с собой, биты, баллончики газовые были, электрошокеры, дубинки телескопические. Вот это и какие-то другие предметы, начиная от маленьких каких-то заготовок металлических и заканчивая вообще какие-то приспособления, которые, в общем-то, и сотрудники милиции многие раньше не видели. Тех, кто призывал брать в руки оружие, уже вычисляют. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, где 15 декабря тоже было неспокойно. На Сенной площади задержали несколько сотен человек. Эти люди тоже пришли сюда в один день и час, явно по чьему-то призыву. Сейчас Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности совместно занимается поиском конкретных лиц, кто распространили эту информацию. Ну и, соответственно, в их отношении будут приняты конкретные меры уголовно-правового характера. Если разбираться с беспорядками на улице – дело милиции, то следить за тем, что происходит на популярных интернет-сайтах, должны и хозяева. Почему призывы к разжиганию межнациональной розни, то есть уголовному преступлению, не удаляются? На этот вопрос представители одной из самых популярных соцсетей в России, где были размещены такие призывы, ответить нам отказались. На сегодняшний день такой ответственности не установлено за бездействие, но в том случае, если владелец ресурса либо поощряет, либо тем более инициирует подобные вещи, безусловно, он будет нести уголовную ответственность как соучастник данного преступления. Чем сильнее агрессия, тем жестче на нее нужно реагировать. Руководство МВД не исключает, что к участникам беспорядков теперь будут применять так называемые спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Специальные подразделения будут применять весь спектр, имеющийся у них на вооружении специальных средств вооружения, в соответствующие с действующим законодательством, соизмеримы той угрозе, которая будет в плане нарушения общественной безопасности. Что касается событий на Манежной площади 11 декабря, то сейчас уже задержан один из организаторов беспорядков. А кроме того, возбуждено 20 уголовных дел против тех, кто принимал в происходившем особо активное участие. Олег Тонконог, Игорь Шестаков, Павел Мельников и Алексей Баранов. Вести.